Доброго времени суток! С вами Таня, добро пожаловать на мой канал. Сегодня, как вы поняли, традиционное видео на моем канале — покупки из магазина Fix Price. Не буду затягивать, сразу начну показывать. Покажу сначала, наверное, бьюти-штучки. У меня их две или, может быть, больше, я там еще пороюсь в пакете. Решила я купить еще одну кисточку, которая стоит 99 рублей. В нашем Fix Price до сих пор представлено большое количество таких кисточек, совершенно разных. Я на нее посмотрела, и мне показалось, что она будет универсальной. Универсальная для того, чтобы наносить румяна вот этой вот, да, частью, как бы получается вот так. И для того, чтобы наносить скульптор. Она такая немного примятая, и можно вот так вот ею пользоваться, наносить скульптор. А также ей же можно будет наносить и хайлайтер. Она из ворса козы, хотя на первый взгляд кажется, что она синтетическая, но она просто крашеная. И, кстати, она пахла козой. Теперь уже не пахнет, я ее отмыла. Очень хорошая кисть, мне она удобна. Для пудры мне кисточки из козы не очень нравятся, потому что пудру они накладывают, так скажем, очень-очень невесомым слоем. А мне, например, вот для того, чтобы снимать видео, приходится посильнее заштукатуриться, чтобы как-то макияж был виден. У меня уже 4 кисти из Fix Price вот по цене 99, и я ни одной из них не разочаровалась. У меня еще 2 есть из козы и 1 из ворса пони. Периодически то пропадают, то появляются снова в нашем Fix Price вот такие спонжи для умывания. Они идут в виде рукавички. Вот здесь нарисованы. Я не буду распаковывать, потому что у меня уже один такой есть. Я бы вам его показала поближе, но он, к сожалению, уже в неприглядном виде, так как я смывала им глиняную маску. Для чего я, собственно, их и беру? Для того, чтобы смывать маски. Во-первых, эта губка с одной стороны более мягкая, с другой стороны немножко такая абразивная, но совсем чуть-чуть. И вот именно вот эта белая сторона помогает хорошо смывать маски. Ну а вот эта сторона очень нежная, ею просто очень приятно умываться. В этот раз в Fix Price мы были с мужем. И я не знаю, как я умудрилась увидеть какие-то новинки, потому что обычно у меня муж быстро все оббежал, ему ничего не надо. И уже меня тащит за руку в сторону кассы. А я не успеваю просто посмотреть новинки, но в этот раз я как-то сконцентрировалась, взяла себя в руки. Но что было самое удивительное, когда муж сам взял вот такой вот коврик для ванной. Он такой вспененный. Наверняка многие их уже видели, есть еще, по-моему, коричневые. Я бы хотела зеленый, но был голубой. Размер коврика 50 на 80 сантиметров. И по размеру он точь-в-точь такой же, как наш пушистый коврик из Икеи. Ну, то есть на сменку очень даже хорошо положить. Тот коврик сняла, постирала, этот положила и наоборот. Вот от коврика этикетка. Написано, что он антискользящий и изготовлен из ПВХ в Китае. Стоимость 99 рублей, качество приличное, почему бы и нет. А теперь я, значит, покажу такую покупку, которая оказалась ненужным баловством, и это игрушка для кошек. Во-первых, меня привлекла вот такая упаковка, сразу было непонятно, что это такое, потому что в сложном виде продается. Это игрушка в виде туннеля с подвешенными такими вот звенящими еще игрушечками. Продавались в 2 цветах, вот как на упаковке, по-моему, там зеленый с коричневым и вот такой. Мятно-розовый, красивый такой туннельчик, вот такого он размера. Сейчас я скажу вам, какого размера туннель. 50 в длину, 30 сантиметров в высоту. И казалось бы, у нас кошка очень-очень игручая, очень любит она играть и с бантиком, и с различными мышками. Кстати, вот так складывается и связывается. Но вот эта игрушка оказалась для нее совершенно лишней и ненужной. Ну, то есть, когда мы принесли, развернули, она просто подошла, понюхала. Ну, то есть, изучила новую вещь в доме. Пару раз стукнула лапкой, позвенела, поняла, что для нее эта игрушка не такая уж и интересная. И все, и лежит уже 3-й день на полу вот эта вот ненужная ерундовина. Кошка к ней даже не подходит. Котенок тоже, да, это еще более игручее существо, чем взрослая кошка. Ему тоже как-то вообще без разницы, что есть эта штуковина, что ее нет. Вот, так что я не знаю, рекомендовать или нет. Кошки, конечно, бывают с разным характером. Да и к тому же, когда она лежит на полу, она не лежит вот так совершенно ровно. Она катается во все стороны. Эти украшения, вот эти игрушки перекатываются. И раз уж в подвешенном виде они не интересуют животных, то вот в каком-нибудь вот таком они тоже вряд ли понравятся.
Следующее, что я купила в фикс прайс, это были вот такие макароны Макфа. Здесь целый килограмм. Они из твердых сортов пшеницы, и они подходят для правильного питания, на которых как раз таки можно худеть. Я почему-то думала, макароны, да, такого темноватого цвета, я думала, что они будут вариться дольше, чем обычно. Но на самом деле вот здесь наоборот написано, что макароны альденте, ну то есть такие, какими привыкли есть там в Италии, чтобы они были немножко сыроваты, твердоваты, варятся 5 минут. А для того, чтобы вот как привыкли мы в России кушать именно готовые до мягкого состояния сваренные макароны, нужно 7 минут. Ну, то есть, как бы недолго. Мы их уже пробовали, они хорошие, вкусные, могу порекомендовать. Стоимость 55 рублей, целый килограмм макарон Макфа. Следующей покупкой, которую я совершила, был чай Кёртис со вкусом клубники и мохито. Мне часто пишут в комментариях, что раз этот чай для меня вкусный, то, наверное, я не пробовала настоящего чая. Но знаете, мне кажется, что когда вкусно, ты не сравниваешь с чем-то еще. Тебе просто вкусно. Не то, что вкусно априори, оно и есть вкусно. Я не буду это ни с чем сравнивать, это просто очень-очень вкусный чай. И приговорили мы его, наверное, недели за две. Он в пирамидках. Честно, смотрите, пустая пачка и осталась одна пирамидка. Это очень ароматный вкусный чай, да, пахнет клубничкой. Понятное дело, что содержит ароматизатор, но там еще и видны чайные листочки. Поэтому как бы чай здесь присутствует, и сам по себе чай неплохой, вкусный, мне нравится. Совершенно недавно я показывала в покупках вот такое подвесное ароматическое украшение. Наверное, все знают, сюда из аэрозоля специального, который идет в комплекте, распыляется ароматическая субстанция, так скажем. И оно как бы висит, пахнет и радует. Производство Индии, это вот у меня с лавандой, но я хочу сказать, что его очень-очень нужно часто брызгать. И поэтому скорее оно у меня просто для красоты получается. Но я купила еще вот такой ароматический набор того же самого производителя. Давайте мы его откроем и посмотрим, какой у него аромат. Так, здесь коробочка, которая в принципе никому не нужна, она пустая. Просто для того, чтобы не болтался там флакон. Здесь есть палочки. И флакон выглядит вот так. Он у нас здесь закрыт пленкой. И вот такая пробка. Флакончик очень полный. Знаете, какой аромат приятный. Аромат, знаете, чистого белья, чистоты. Когда только убрал в доме, так чисто, пахнет хорошо, свежо. Очень. Очень приятный запах. Ну вот, я открыла набор, посмотрим, как он будет пахнуть. Написано, что максимально аромат может распространяться в течение 24 часов, от 15 до 24. Надеюсь, что запах будет слышен. Но в любом случае, пройдет 24 часа, и потом, когда я буду монтировать видео, я обязательно напишу, насколько хорошо распространяется аромат. Следующий, это у меня, так скажем, продукт питания. Сок сады Придонья. А на самом деле я люблю соки, которые больше похожи, наверное, на компоты домашние. Потому что когда заканчиваются домашние компоты, мы их уже допили. Хочется еще, их уже нет. И вот я беру такие вот соки. Этот с яблоком и черной смородиной. Стоимость у него хорошая, 50 рублей. В других магазинах не сильно, но чуть дороже. Я его еще ни разу не покупала, кстати. Давайте я его налью и попробую. Знаете, что это больше яблока, чем смородина, но вкусно. Кстати, да, на компот похоже. Сок вкусный в составе. Яблочный сок, сок черной смородины. Больше ничего там нет. Как по вкусовым ощущениям, так оно и есть. Яблочный сок на первом месте. Так, ну теперь хозяйственные покупки. Я всегда прикалываюсь над своей хозяйственностью. Кто меня знает, те поймут. Потому что я на всю голову творческий человек, я так скажу. Вот, но я купила вот такие вот губки металлические. Именно потому, что я хреновая хозяйка, и у меня вечно горят кастрюли. Я поставлю вариться яйца, в итоге они у меня пожарятся. Вот, и приходится чем-то оттирать. Я уже стерла все свои железные губки, поэтому вот купила 50 рублей стоимость этих губок. Здесь 4 штучки. Мне кажется, что они все же недостаточно жесткие. Вот раньше когда-то, да, вспомню губки вот эти железные с детства, они были гораздо лучше, гораздо плотнее и жестче. Они не сдирали эмаль кастрюли, но все-таки вот они отдирали вот этот вот нагар. А эти, я не знаю даже, как они справятся, но они, в принципе, в фикс-прайсе все вот такого вот качества, какие-то нежненькие, как мне кажется. Периодически покупаю гели для стирки белья, купила Пемос, взяла его уже во второй раз, он мне нравится, здесь целый литр,
литр здесь, литр 300. И он хорошо подходит как для цветного, так и для белого. Если прямо так вот сказать, что какие-то загрязнения выстирывать, застарелые, наверное, нет. Тут все-таки, конечно, придется ручками поработать. Но какие-то свежие пятна он стирает хорошо, ну и вообще хорошо стирает он. Не портит цвета и белый, как бы тоже остается белым. Поэтому он мне нравится. Ну вот и все покупки, которые я сегодня хотела вам показать. Возможно, чем-то из этого вы пользовались. Может быть, я чем-то для вас была полезна. Пишите обязательно комментарии. Если есть ко мне вопросы, задавайте. Обязательно заходите в мои социальные сети и не забудьте подписаться на мой канал. Я очень рада, что вы этот канал посетили, что были сегодня со мной. Всем вам желаю большой удачи и до скорой, очень скорой встречи. Всем пока!